Работы одаренных ребят со всего Славянского района можно было увидеть на выставке, организованной в Центре детского и юношеского технического творчества. Учащиеся из 23 школ города и района представили на суд зрителей и жюри изделия ручной работы. Творениями юных славянцев полюбовались и наши корреспонденты. Более 700 работ учащихся было представлено на районной выставке по предмету технология, посвященной прошедшим в Сочи 22-м зимним Олимпийским играм. Среди номинаций, которых всего было 48, моделирование одежды, радиотехническое творчество, соломка, рукоделие и многие другие. В каждой работе творческий полет фантазии и, конечно, частичка души. Мне нравится вышивка. Я вышиваю ангелов. Одна моя работа в Сочи на выставке. Чтобы поприветствовать учащихся, на открытии выставки прибыл председатель районного совета Григорий Литовко. Я хочу поблагодарить, пользуясь случаем, ваших родителей, которые уделяют огромное внимание тому, что приводят вас сюда. Здесь вы учитесь красоте, резке по дереву, работаете бисером, все кому по душе. Я от всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья прежде всего. Удачи вам, терпения. Хочу, чтобы вы учились хорошо. Ежегодно выставка в Центре детского и юношеского технического творчества собирает работы одаренных ребят из разных школ города и района. В этом году экспозиция работала с 24 по 28 марта. Посетить ее могли все желающие. По итогам выставки представителями жюри были определены лучшие работы, авторы которых получили награды. Но самое главное – это то, что благодаря подобным мероприятиям, которые традиционно проводятся управлением образования, юные славянцы с пользой проводят время, учатся выражать эмоции, понимать и видеть прекрасное в окружающем мире. Алена Лавринова, Михаил Варгулев, Константин Монастыренко. Программа «События».